величеству Его, по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыри и гуслях, хвалите Его на кимбалах звучных, хвалите, хвалите Его. Скажи: Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Аминь! Иисус Господь! Иисус Господь над всей землей! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь над всей землей! Хвалите Его во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, по множеству величия Его. Хвалите! Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыри и гуслях, хвалите Его на кимбалах звучных, хвалите, хвалите Его. Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь над всей землей! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь! Иисус Господь над всей землей! Я славлю Тебя, мой Господь! Я славлю Тебя, Ты достоин! Я славлю Тебя, Ты воскрес! Я славлю Тебя, Ты живой! Иисус Господь над всей землей! Я славлю! Я славлю Тебя, Ты достоин! Я славлю Тебя, Ты воскрес! Я славлю Тебя, Ты живой! Иисус Господь над всей землей! Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Как работает духовный мир? Еще раз объясняю, что все эти власти, начальства, мироправители, духовные, никуда не делись. Они также контролировали и контролируют людей в разных городах, странах, нациях. Люди поклоняются этим божествам. Ну, для киргизского народа вы уж сами постараетесь повыяснять, кто и как, потому что для меня это сложно все изучать, но тем не менее это все было, есть. Почему у нас, я говорю, когда смерть, ну, я много видел всевозможных похорон, был участником этих. Я обычно это страхи, муки, кошмары, слезы, разговоры с духами умерших, поклонение духам умерших, все, что запрещено Господом. Все это происходило и происходит. Ну, просто это невежество людей. Люди находятся в большом-большом невежестве, и поэтому перед смертью какой-то происходит страх у многих людей. Но вот Иисус спускался кто-то там, забрал эти ключи ада смерти, властно подверг их позору, дал нам власть, чтобы мы властвовали, чтобы мы торжествовали, чтобы мы знали, разумели, понимали то, что принадлежит нам. Конечно, я, ну, скажу, многие годы, да, читая, мне трудно было когда-то там в 80-х вообще разуметь об этом, потому что, ну, весьма далек был. Первое послание Коринфской церкви, 15 главе, там Павел пишет: «Говорю вам тайну, все мы умрем, но все мы изменимся, вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубят мертвые, воскреснут нетленными. Мы изменимся, ибо нетленному всему надлежит облечься в тление, смертному облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды и непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен. Все об этом духовном мире. Нам трудно понять. Поймите, дорогие мои, мы пришли в этот мир. Нас учат папы, мамы, которые не сведущи в духовном мире. Нам достается информация от этих мироправителей, начальств, властей, духов злобы поднебесной, и мы этим питаемся. Потом мы приходим в церковь, мы пытаемся что-то с вами понять, и достается нам это очень и очень трудно. Очень трудно вмещается в нас это Божье Слово. Очень трудно оно наполняет наши сердца, потому что, я говорю, мы очень-очень удалились. Мы очень сильно уклонились от того, что Бог когда-то предначертал, Бог когда-то сделал, Бог когда-то совершил. И когда Он нам говорит: непрестанно молитесь, мы это в голову сильно не берем. Да? Или есть кто-то берет сильно в голову? Я нет. Это уже жизнь мне заставила. Но я читал, я вообще не понимал, зачем и для чего. Когда я читал и не понимал: противник ваш, дьявол, бродит, как рыкающий лев. Да, с годами я стал понимать это все, когда вижу, сколько разбитых, побитых судеб, сколько жизни не состоялось из-за того, что просто христиане этим пренебрегали. Христиане пренебрегали тем, что мы должны противостоять дьяволу твердой верой, чтобы он убежал от нас, убежал с нашей жизни, с нашей территории, с наших финансов, с нашего здоровья. Многие разбиты и побиты, потому что просто не исполняется Писание. Господь все даровал. Сейчас, конечно, разница еще есть какая, что мы здесь в Азии живем. Поймите, что время написания Евангелия – это время жертвоприношения, где кровь постоянно проливалась всем богам, на всякие случаи жизни приносили жертвы. Все это, людям было понятно. Но у нас последние 20 лет тоже очень много жертвоприношений. Но откуда все это взято? В послании евреям там Павел писал: ибо мы должны знать, что без пролития крови не бывает прощения. Так Бог сотворил, так Бог создал, и все древние это знали. Для того, чтобы примириться с Богом, они шли, они приносили жертву. Они приносили жертву примирения, умилостивления, чтобы Бог их покрыл, Бог их простил, Бог там их благословил. Все это покрывалось жертвой. Потом жертва Иисуса Христа. Это Новый Завет. Почему Павел, он говорит: для сего я преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Сила креста в том, что он говорит: я преклоняю колени ни перед кем. Вот крест, вот кровь. Потому что это величайшая сила, это величайшая власть, это величайшая победа над всей тьмой, над всеми этими богами, мироправителями, властями, начальствами, духами злобы поднебесной. Он преклонял колени, он знал, что он делал. Он знал, чему он учил. В отличие от нас, многих, мы, конечно, весьма, я говорю, далеки от этих пониманий, которые были хорошо известны людям того времени. Благодарение Богу, что не надо приносить жертву, мне с верой идти, с верой просить милости, с верой просить прощения, с верой просить благодати, с верой просить милости у Бога, чтобы Он покрыл, совершил, сделал великое и славное. Вот это Павел, который жил в те времена, написал нам, он это хорошо разумел, понимал. Конечно, мы, живущие сегодня, я говорю, у нас, у многих такое прозападное мышление –
Мы далеки-далеки от этого. Зачем, для чего нам? Это трудно дается, но это жертва искупления. Это желание Бога вернуть тебе честь, достоинство, репутацию сыновей и дочерей Божьих. Но это преобразоваться умом надо. Нужно все равно молиться постоянно. Для чего Господь дал это? Все оружие возьмите, щит веры особо возьмите, чтобы все эти раскаленные стрелы дьявола отсекать от своей жизни. Ну, в основном, да. Я говорю, первые годы, мое невежество, я вообще это не делал. Абсолютно практически. То есть дьявол что хотел, то и мог делать со мною. Это естественно. Я видел подобных себе. Потом приходилось учиться, приходилось понимать это слово, приходилось познавать это слово для того, чтобы действительно все то, что Бог дал, оно стало твоим. Когда Павел вот молился в этом послании Ефесянам, он говорит, я преклоняю колени, для чего? Перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах, на земле. Почему мы молимся, Отче, да приидет Царствие Твое, Царствие любви, Царствие мира, Царствие благословений, излей, Господь, мою жизнь, да придет Царствие Твое, Боже дорогой, да будет Твоя воля на земле, мы живем на земле, как на небе, чтобы мы познали это превосходящее разумение, любовь Христову, чтобы Господь вселился вот в наши сердца, истиной, словом своим, правдой. Дальше он говорит, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота, уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы исполниться всею полнотою власти, которую Он дал, любви, которую Он дал. Бог все сделал. Ребятки, но для того, чтобы выбраться, для того, чтобы состояться, для того, чтобы действительно принять то, что Он сделал, нужно прилагать старания и усилия. Это в основном люди не хотят. Религия, пожалуйста. Мы любим ритуалы, мы любим правила. Писание говорит, сила греха – закон. И мы внимательно будем смотреть, кто что не так делает, вместо того, чтобы искать Бога, вместо того, чтобы искать действительно, Боже, вот открой всю эту полноту, все, что Ты дал. Я говорю, ворачивайтесь в бытие, когда Бог сотворил землю, сотворил, сказал, все, владычествуйте, обладайте, это все для вас. Дьявол все легко забирает. Мы с этим просто соглашаемся, мы порой влачим жалкое существование, потому что, ну, нас это устраивает. Это то, что я говорю с своего опыта, я говорю с того, что достаточно много видел христиан, и то, что иногда Писание говорит, что вот он, как Павел обращается, он говорит, это тайна, что мы все изменимся во мгновение ока. Мы живем в другом мире, понимаете? Мы живем вот словно вот эти вот, не знаю, 70, 80, 90, кому сколько лет. Мало кто размышляет о вечности, мало кто думает, что нам еще дальше жить. Это смерть, ее боятся, но Писание говорит, это приобретение. Смерть – это приобретение, это то, что ждет тебя дальше вместе с Господом. Ну, я говорю, вот извращение очень сильное. Почему мы плохо понимаем Писание? Вот тоже сам себе вопросы часто задавал. Почему так, ну, трудно входит это Слово Божие? Псалом 24, 14 написано. «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». То есть Господь как-то вот все сокрыл в тайны. Тайна есть домостроительство Божие, которую Он открывает любящим Его. Он говорит, вам должно знать тайны Царствия Божия. Абсолютная масса христиан не понимает вообще, о чем это. Но это все Бог дал, и вот я стал понимать, ну почему это так? Ну вначале ничего не было открыто. Конечно, никакого вот этого страха Божьего не было. В моих мыслях было, что попало. Мои слова говорили, что попало. Я делал, что хотел. И, конечно, я не жил этим Словом Божьим. То, что Бог приготовил, то, что Бог предначертал, то, что Бог оставил, вот эти
тайны Господни. Со временем он стал открывать эти истины. Со временем он стал открывать Слово, потому что он говорит, завет он тогда открывает с ним. Завет. Я, немножко о завете говорил, еще раз просто напомню вам. Опять же, вот это слово «завет», заветные отношения с Богом. Мы так это плохо понимаем. Многие христиане принимают водный завет. Это обещание Богу служить доброй совести, но их хватает там порой на несколько дней, месяцев, лет и забывают об этом. Естественно, он не будет открывать свои тайны. Он не будет открывать свои истины духовного мира, потому что мы таким образом живем. Сегодня, понятие о завете, оно очень смутно. Я просто лишь вам напомню, что историю я читал, еще раз напомню. Когда Иисус Навин вел завоевание, и гаванитяне их обманули, они сделали там ложный завет. Вот согласно Божьего слова, согласно этого завета, который подписал Иисус Навин, почти через 300 лет, когда воцарился Давид, он начал вопрошать Бога, почему несчастье постигают Израиль. И Бог ему сказал, это из-за того, что дом Саула был кровожадный, нарушили завет. Просто нарушили завет. Его нельзя было нарушать, но они нарушили. И тогда Давид у гаванитян спросил, что мне надо сделать для того, чтобы восстановить завет. Поймите, время идет, а завет работает. Вот почему, я думаю, поколение людей не понимают, что такое завет. Я понимаю, что моя жизнь, она влияет на поколение моих детей, она влияет на поколение моих внуков. Если я буду неверен завету, может быть, по милости какой-то, я проживу эту жизнь, но нарушение завета может вылиться на детей и на внуков и правнуков. Вот это люди не хотят понимать. Поэтому грешат. Поэтому, когда не скоро свершаются суды Божьи над худыми делами, люди постоянно грешат. Я это понимаю. Ладно, я сам страдал, и не хочу, чтобы в моем поколении это было. Потому что это завет. Он вечный, этот завет. Велика милость и в то же время суд Божий. Если ты не покаялся, если ты не примирился с Богом, если ты не сделал то, что Господь даровал для тебя. Вот это понятие завета, это то, что люди понимали, сила этой жертвы, для чего она, сила этой крови. Вот почему Павел, он преклонял колени, потому что он, будучи был извергом, как он о себе говорил, он предавал церковь на убиение, но милостью Божией был спасен, оправдан, омыт святой кровью. И он преклонял колени, потому что он знал, это сила, это величие, это власть побеждать эту всю тьму, все невежество, всю неправду, то, что Бог даровал для него, равно для тебя и для меня. Я говорю, вы многие, может быть, были участниками там всяких жертвоприношений. В принципе, это никак к Богу не приближает. Никак. Это то, что было совершено 2000 лет назад. Я благодарю за этот завет. И то, что когда хоть это по милости Божией стал понимать, когда Господь, я обещал тебе служить, не кому-то, дай милость мне быть в этом верным. Потому что много благ для верных, для которой тебе обещают и не нарушают. И мне, конечно, для меня печаль сердца, потому что я видел очень многих, которые оставляют завет. Так когда-то Давид молился, когда он видел, что его братья, сестры нарушали завет, оно приходило всегда проклятием. Поэтому всегда подумайте, что вы приносите своим детям, своим внукам, какое наследие вы оставляете для них. Это сила завета, это то, что было, есть и будет, независимо, желаете вы это или нет, хотите вы это или нет, но это все работает. То, что Господь дал нам, мы должны, конечно, соблюдать, понимать. И знаете, что задача всех этих бесов, задача
дьявола, вот эти власти, начальства, все эти божества всевозможные, которые есть в каждом народе, которым кланяются, поклоняются, они просто отводят от истины. Они не дают познания истины. И вот, что приходится сталкиваться везде, где не был, дети Божьи, которым принадлежат великие драгоценные обетования, они порой мало что имеют. Вроде бы читаешь, да, мы наследники Божьи, сонаследники Иисуса Христа, но почему-то этого нету. Почему-то это не происходит в нашей жизни. Естественно, размышлял об этом неоднократно, приходилось очень много читать, изучать. И вот, хочу просто самые простые истины вам рассказать о финансах. Просто, чтобы вы, понимали, на каком уровне каждый из нас находится. Каждый из нас. Просто, очень много сегодня учений. Кто хочет, действительно быть благословенным, пожалуйста, интернет есть, используйте, читайте, вникайте, размышляйте. Как Иисус говорил, есть четыре почвы, да, куда сеется слово. И вот, в каком ты состоянии? Я, скажу, что у нас финансово, конечно, в нашей стране на безграмотность огромнейшая. И, в принципе, то, что немножко делиться буду, в общем-то, 100 лет назад один пастор уже рассказывал об этом. 100 лет назад. Он американский пастор. Вот как мы живем, вот как эти духи, боги действуют на нас. Каким путем? Задача их удержать от познания истины. Основная масса живет весьма очень просто. Первое, это такая как почва, как проклятие. Люди живут так, что постоянно находятся в долгах. Мы знаем, да, что если ты в долгах находишься, это состояние рабства. Ты раб, просто. Люди привыкают жить так, мы воспитаны так, в этом невежестве. Эти боги мозги нам, я говорю, очень сильно извращают, хоть мы и образованные. Но люди живут в долгах, они привыкли так жить, они занимают, и им постоянно нужно отдавать. Проклятие, согласно Писанию, если ты живешь долго в долгах и никак не можешь с ними расстаться, это просто по Библии называется проклятие. Проклятие. То есть ты сын Божий, дочь Божия, но ты живешь в этом финансовом проклятии, потому что, в принципе, скажу, вам оно нравится. Особенно кто ходит давно в церковь, вам просто нравится так жить. Я, к сожалению, видел очень много таковых. Это становится таким обычаем, привычкой, то есть вот этот духовный мир, эти бесы, они просто контролируют тебя. Может, это наследие тебе такое счастливое выпало, но ты в Боге, и ты силен это изменить. Второе, это обычно вторая такая, вторая почва, куда Господь сеет доброе, но дьявол быстро всю эту истину ворует у нас, и мы остаемся как бы в бедности жить. Это обычно как? Человек получил деньги и тут же израсходовал. Получил и израсходовал. И у него всегда как бы нули, нули, нули. То есть получается, ты как белка в колесе крутишься, но результата нету никакого. Это не есть никак благословение. Ты находишься, это не рабство, когда ты должник, но у тебя нету никакой свободы, у тебя нету никакого простора. Это то, что просто полнейшее невежество в области финансов. Полнейшее. Мы могли так жить, потому что нас так научили жить. Третья такая почва, это мы, получили. Мы приходим в церковь, услышали, там надо что-то откладывать, надо какие-то сбережения, сокровищницы делать. Мы это делаем, а потом какая-то покупка назревает, и мы все спускаем. И получается, как год начали с нуля, так и закончили с нулем. Это тоже как бы уровень бедности. Это уровень совершенно неблагословений. Совершенно. Их близко нету. Четвертая почва – это более правильная. Вот как написано, помышления прилежного, они стремятся к изобилию.
если ты прилежный к изобилию. Всякий торопливый терпит лишение. Вот четвертая почва. Ты заработал. Это учитывая то, что там заплатил, отдал все, что там, кварплаты, оплаты, все должно быть проплачено, чтобы ты никогда не был никому должен. Заплатил. У тебя должны оставаться финансы всегда. Живут этим очень мало людей. И вот все, что ты заплатил, ты какую-то часть, вот если кто силен в сельском хозяйстве, каждый год вы выращиваете что-то там в огороде, на поле у себя, потом приходит осень, собрали урожай, и обычно самые лучшие семена откладывают, чтобы пустить на следующий год их в оборот, чтобы они принесли больше плода. Вот то же самое финансы. Если мы не научились откладывать, если мы не научились обращаться правильно с финансами, которые мы имеем, Бог, ну, навряд ли доверит нам свое. Мы должны научиться так, что заплатив за все, ты должен отложить какую-то сумму и пустить в оборот. Твои финансы должны работать. Так живут богатые. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу: Кыргызстан, город Бишкек, 72-00-17, улица Чуйкова, 138. Электронный адрес: твойпуть1@gmail.com. Наш сайт: www.yourway.kg. Телефон: +996 312 31 60 37.